Ничего он не может. Она захочет изменить ему, уйти с ребенком. И государство заставляет его платить алименты за то, что она ему изменила. Потому что она ушла с ребенком, развелась, подала на него на алименты. Что имеет право в вашем обществе мужчина? Ничего. Вы хотите жить с такими мужиками? Живите. Я таких мужиков не считаю мужиками. Те мужики, которым закон говорит, тебе изменила жена, иди и плати ей деньги, чмо. И он платит. Такого мужика я не буду уважать. Ему школа гнобит, преподает в школе какие-нибудь гадости, чмырит его ребенка. А он говорит, он там социализируется, я не заберу, а вдруг что-то будет. Я не уважаю и не считаю это мужиками. Понимаете, в нашем разговоре надо было сразу поставить точки. Что такое мужчина? Вот для меня мужчина – человек, принимающий решения. Для вас мужчина, живущий по закону, которого вы гнобите. И вот и эти права у него отнимем, и эти права отнимем. И добивались до того, что начались однополые браки, потому что уже неинтересны друг другу люди. Начались эти извращения. Вот женские однополые браки, потому что они настолько зачмерили мужиков, что вот эти законы послушные мужики, они неинтересны. Все, они их забили копытами своими, понимаете, полностью. Чмо какое-то. Я тебе сказала, пошла к другому мужику, давай плати мне. Вам нравятся эти мужики? Вот вы хотите понять? Вот так, вот если вы это добьете, то объясните. Я живу со своим мужем, потому что он мужик. А вы добиваетесь прав, чтобы из того чмо, которое уже есть, делать еще больше чмо. У вас нет мужиков, у вас язык однопослушное, чмо.